И там кто-то на поздних таймингах приземлился. Так, касочку нашел. Хорошо. Ну. А тут вот, ну чё я вот... Он сюда не смотрит в любом случае. Скорее всего, будет на тачку садиться. Нужно уезжать, проезжать, как-то объезжать. В любом случае, даже если он не сядет, мне тачка будет нужна. Хотя мне лучше было отсюда проехать. Ладно. Это смерть для него. Или для меня смерть, что ли?
На хп ему оставил. Так, по мне чел с карика оттуда стрелял. Тут надо этого типа полутать. Соревновательный шутер. Тут не нужен ни G-Sync, ни V-Sync, ничего другое. Хотя, с другой стороны... Играя с каким-нибудь G-Sync и V-Sync, вы можете 2К, например, стримить спокойные игры. Там нагрузка не такая большая становится. Но, как по мне, лучше это все вырубать. Не знаю, кому как удобнее. Он, например, шаман, любит играть с G-Sync. Мне вот, например, G-Sync вообще не понравилось играть. Я люблю, когда все резко. Когда какие-то движения резкие. Я у него грозу сейчас заберу. Чел за этот камень пробежал. Да, был на этом месте топ. Вот просто один в один зона. Только у меня тогда было 18 фрагов. Или сколько? 17. Прям один на один вообще зона просто. Точно такая же. Я ластового вот тут вот убил. Я еще, по-моему, тогда СП-90 был. Или тоже с грозой, не помню. Ой. Пошалеть, у меня еще чел здесь. Еще один. Я его только... А, понял, увидел. Тут надо похилиться. И, скорее всего, сзади у меня еще чел сейчас выйдет какой-то. Я прям более чем уверен. А этого типа мне просто нужно подождать, и все, пока он пойдет. Ну вот он умер уже, все. Да, по-моему, тоже 17 фрагов было, что ли. Я думал, все, блин. Офигеть. Нормально. 1700 урона, 1800. Нормально. Вчера старые песенки вернул снова. На донаты. А то был вот такой вот звук у меня чисто. На донатах. Вот такой. И все. Может сыграть с этой GS9? Или как она? GS9, да.
Николаевич. Да, ну она стирает прям капец. Во-первых, КБЗ, у которой скорострельность, бешеный урон, отличный, и при этом еще скорость пули, полета быстрая, и отдача вообще просто мизерная для трех грейдов. Она, как по мне, иногда контрится лучше, чем М-ка даже. Вот сейчас смотрите, как сбрею чувака. Ну ладно, не совсем тут так прям сбрил. Еще чел. Ну вот, например, вот этого. Ну что это? Вот сейчас интересно очень. То есть чел просто откинул хае. А, вот все, увидел его. Это лазер, просто лазер. С него стрелять вообще одно удовольствие нафиг. Я просто наслаждаюсь игрой пока что. Пока могу. Так, там автобус какой-то проехал. Ну и что? И вот, ну все, типа, как так-то? Сейчас вынырнет где-нибудь из ЛГ, блин. Не, тут ее, ну, кем походу ушел? Ну или если он максимально прям пассивно, то тут в ЛГ. Но нет, это скорее всего реально в кемп ушел. Только вот этот задний, который... Это жесть. Максимально на пассивничах. Ну вот задача победить у человека. Было скучно, пострелял по тачке. Понял, что я разворачиваюсь, он на крыше играет. Я увидел его. Решил просто в кемп свалить. Сейчас, скорее всего, в ангар зашел, да? Или за ангаром. Угу. У меня где-то здесь стрельба была. Передо мной чел. Еще тачка стопнула спереди. Скорее всего. Дальше поехала. Дальше поехала. Просто скалы объезжает. Стопнула вот здесь. Походу. Вижу его. Надо с КБУ расстрелять просто. Ну вот, как вам такое? Это ж капец. Типа, ну это вообще не законтрить просто эту пушку. Она еще лучше стреляет, чем МК. Жопа вообще. Как вчера рейтинг покатали? Да, плюс-минус хорошо. Я как будто бы даже проиграл. Это жесть. У меня было ощущение на пару секунд, что... На долю секунд, что я проиграю сейчас. Он прям на широком стрейфе вышел. Не ошибка.
Тормози. Блять. Он там как сел? Это что у него за оружие такое было? Не понял. Сайга? Хорошо стреляет, чё? Но у меня есть против него оружие. Ой, блин, меня реально заблендило, ошалеть. Зато он идеально попадает. Он загорелся. Ну вот идеально 4 шота дал просто. Просто идеально. Тац, все попадает. Найс. Почему по тому челу так не мог попадать? Который просто чуть ли не АФК сидел. А, ну те же в зону бежать, мужик, ну ты чё? Прикалываешься? Он еще сейчас от зоны сдохнет. Он сейчас поднимется и от зоны сдохнет. Ну, это приколист. Максимальный просто. Максимальный приколист. Минус фраг. По 90 опасно, блин. Тут опасно вообще мне находиться. Сейчас чё хай прилетит. Ну, против P90 хитрость нужна. Тут только хитрость убрать.
Найс. Ну, тут 2000 урона, кстати, настрелял. Неплохо. В той было 17 фрагов. Первый 1700, 1800. А тут 15, но 2000 урона. Нормально.